продолжила свою просветительскую работу выставка «Небесные покровители земного воинства». 23 июня состоялась презентация выставочного проекта с участием преподавателей и студентов Кубанского государственного аграрного университета. Выставочный проект подготовлен отделом религиозного образования и катехизации Екатеринодарской Кубанской епархии. Торжественное открытие выставки состоялось в мае в Институте культуры с участием митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория. Затем была представлена в Кубанском государственном университете. А теперь 2 недели будет находиться в новом аграрном университете. Мероприятие началось со встречи руководителя епархиального отдела протоиерея Александра Игнатова с проректором вуза по молодежной политике Полутиной Татьяной Николаевной и с участием студенческого актива университета. Протоиерей Александр Игнатов рассказал о важности выставки и ее социальной направленности. Она пробуждает в нас самые высокие патриотические чувства. Именно для этого был подготовлен этот социально ориентированный проект, особенно для молодежи. Не могу не вспомнить сегодня слова Николая Сербского, который в одном из своих замечательных произведений обращается к Богу как к любви и говорит: «Господи, Ты есть любовь, и Тебя так много, что люди Тебя не замечают». Когда оскудеет в мире любовь, вот тогда и придет конец всей человеческой истории. В ходе встречи был затронут вопрос относительно семейных ценностей. Проректор Татьяна Полутина рассказала о важности духовной безопасности молодежи, о том, что без веры сложно сориентироваться в жизни. Ребят, я тоже хочу поддержать слова отца Александра. Любите, храните свою родину, а значит свою семью, и храните память. На встрече был представлен фильм «Реконструкция Невской битвы», в которой приняли участие студенты университета. Здесь присутствующие? Чуть погромче. Летом 1240 года шведские корабли прибыли в устье реки. Но если кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет. По завершении круглого стола протоиерей Александр Игнатов провел презентацию выставки. Изготовленный на средства губернаторского гранта выставочный проект «Небесные покровители земного воинства» знакомит с основными вехами в истории России и рассказывает о защитниках земли русской через призму вечности. Открывает выставку икона «Спас нерукотворный» и «Спас в силах», на которых Христос изображается как небесный царь и судья, творец мира, который создал сначала ангельский мир, а потом мир видимый. Продолжает выставку «Святые воины Христовы», которые души свои положили за других, исполнив тем самым заповедь о любви, и заступники нашей Родины, одержавшие свои великие воинские победы с Божьей помощью. Завершается выставка «Святыми покровителями российского воинства». В конце мероприятия прошла встреча с руководителями и сотрудниками воспитательного блока университета, в ходе которой были намечены планы совместного сотрудничества и определены перспективы в деле религиозного образования и духовно-нравственного просвещения преподавателей и студентов Кубанского государственного аграрного университета.